если там, где чем-то пахнет, посидеть немного, вскоре этот самый запах перестанет ощущаться, если выйти там, где воздух, а потом обратно снова этот самый запах станет сильно ощущаться. Значит, чтобы нам не пахло, есть у нас два варианта: быть все время там, где воздух, или там, где чем-то пахнет. Все, казалось бы, понятно, выбирай, что по душе. Ходим мы туда-обратно очень много лет уже.